Да, вот насчет Лил Памп и вот этих ребят, которые сдулись, мне кажется, из-за смерти Тентасика многое там у них рухнуло, потому что у них опустошение было вообще. У кого? И поэтому. То есть им не на кого сейчас равняться. Так бы Тентасик бы им писал: «Че, братишка, давай, подтягивай свои рифмы, свои панчи». Тантасик, конечно, был вообще... Что за тип? Да. Ты еще не поверил, когда он умер. Я не поверил. Мне было... Это впервые, когда мне было грустно от того, что умер Кто-то вообще умер. другой человек, да, какой-то незнакомый мне. Это впервые, я прям сел такой и думаю, да не. А когда понял, блядь, я чуть не знаю, ну, прям слезы проступили, правда. Я вот тогда настолько был влюблен в его песни, я постоянно их гонял на репите. Еще был такой период, что там какие-то тяжелые расставания, ну, все очень грустно, все тяжело. И, блин, я просто все заслушал до дыр. И когда я вот это узнал, я охуел. Я не думал, что я могу испытывать такие чувства. Я, блин, короче, да, я охуел. Да.